Смонтировать из этого какой-то классный ролик. И нам нужна ваша помощь в монтаже. Сможете нам помочь? Ну, давайте. Мы тут на флешке принесли материалы. Вы знаете, я вообще фанат travel-видео. Да, вы там в папке. Это, как сказать, мое практически хобби. Но я сейчас не буду прям... Понял. Кстати, очень неплохие съемки. Спасибо большое. Ой, вы знаете, у нас сейчас с вами урок, буквально через 10 минут. Ну да. И мне бы очень хотелось вам помочь. Я предлагаю вот какую историю. Вы приходите ко мне вот все домой, у меня там студия небольшая, монтажная. Мы с вами спокойно посидим, посмотрим весь материал, принесите все, не только то, что вы отобрали. Хорошо. И я попробую вам помочь, так сказать, это собрать или объяснить как. Спасибо. Хорошо? А когда можно к вам прийти? В воскресенье с утра будет нормально. Хорошо. Спасибо большое. Созвонимся. Да. Да. Спасибо. Давайте большое. Вы. Все, готовимся. Да, урок, да. Урок. Урок. Да. Далеко не уходите. Здравствуйте. О, привет. Как дела? Все отлично. Уходите, пошли. Ну вот, проходите, я тут. Как раз заканчиваю отсмотр последнего нашего, ну не последнего, последнего на этот момент нашего кинопутешествия. Вот. Покажите нам, может? Ну, да, смотрите. Сейчас. Эта земля полна соблазнов. Ведь, как говорят итальянцы, бутылочка кьянти любую погоду сделает прекрасной. Итальянцы никуда не торопятся, поэтому этот ресторан закрыт до 7 вечера. Но итальянцы удивительные люди. Мне кажется, их вообще это не смущает. Очень прикольно. Нравится? Да. Ну, класс, вы практически первые зрители. Супер. Ну, вы же хотели что-то мне показать. Ну, да, но мы, наверное, после просмотра еще доделаем свой ролик. Потом, наверное. Застеснялись. Да, есть немножко. Это же наша такая первая практика. Ну, ясно. Ну, как хотите, как хотите. Давайте тогда потом. Что? А может, вы нам расскажете немножко? О чем? Ну, как Эвидом начали заниматься? В Эвиде. Ну, как бы Эвид — это же инструмент. В принципе, как бы, как я начал заниматься кино, это была очень такая смешная история. Я, когда приехал в Израиль, я, так сказать, решил продолжить занятия медициной, как я в России учился, вот, но как-то меня тянуло к чему-то другому, да, и я тогда подрабатывал в университете, по ночам там охранял, днем учился, по ночам охранял, и однажды случайно совершенно забрел в некое здание, где я должен был сделать обход. И там внизу были, как потом выяснилось, монтажные. Мне так это все понравилось. Я всегда любил как бы технику и ее связь с, так сказать, с творчеством. И я посмотрел, как там парень один работал. Как-то меня так торкнуло, как говорится. Пошел, подал документы, ушел, так сказать, с медицинской направленности, из медицинского направления и поступил на кино.
Ну и а дальше понеслась уже. Я увлекся съемкой, я вообще некоторое время хотел оператором быть, я даже пару фильмов снял. Вот. И потом и режиссура, и монтаж, и все вместе. И меня это очень просто увлекло. И до сих пор, вот видите, даже как бы, как сказать, хобби мое, оно как бы связано с профессией. А какая ваша первая работа вот такая в монтаже была? Вообще в монтаже? Да. Я не помню. Правда не помню. А если вот вспомнить, как вы начинали и сейчас, ну вот, насколько вы считаете, ну действительно, вот вы продвинулись, развивались вот по ходу пути, там, учились чему-то, ну вот, нам вы даете какие-то монтажные вещи, вот, ваше развитие вы видите, то есть в ваших работах, там, спустя год, два, три, там, вы учитесь чему-то? Учишься смотреть, слушать, учишься ощущать. Учишься иногда меньше думать и больше чувствовать. Это важно. А это приходит с тем, когда все остальное становится, ну, скажем так, автоматически, да? Угу. Тогда внимание концентрируется на чем-то действительно важном, да? На драме, на ощущениях. Причем даже это может быть, не знаю, какой-то репортаж для там, новостей, да? Ну и там можно придумать какую-то, ну, как говорят, фишку, да? Которая удивит. Вообще нужно учиться удивлять на уровне кадра, потому что если кадр просто там ничего в нем не происходит, это никого не интересует, это не удивит. А если в нем какое-то происходит превращение, то это удивит. А удивлять на уровне, не знаю, там героя, удивлять на уровне сцены, удивлять на уровне всего фильма. И вот это то, что важно, на мой взгляд. И это можно учиться примерно, как сказать, до пенсии и после нее. Ну и вот в завершении, знаете, наверное, хотелось бы спросить такой важный момент. Ваши хобби и ваша работа, это, ну, они совпадают, они очень близки. Да. Многие об этом мечтают, там, вот, не у всех это получается. Вы чувствуете от этого себя как бы, ну, действительно счастливым, реализованным? Понимаете, ребят, вот на мой взгляд, как бы, ну, у людей же нету, им никогда не хватает. Я подозреваю, что многие, как сказать, вот, послушав меня, там, не знаю, посмотрев, как я живу и что я делаю, скажут, вау, типа, вот чуваку повезло. Да, а когда тебе уже так повезло, тебе хочется еще чего-то большего. Поэтому сказать, что я, меня так вот, я не знаю, ну, вау, как мне хорошо. Мне хорошо. Вот, но будет еще лучше. Я уверен. Спасибо. Да ну, всегда пожалуйста. Спасибо. Но вы работу свою покажите мне потом на уроке. Да, но мы хорошо? Пока страшно. Да ладно, чего вы боитесь. Главное не бояться. Давайте. Спасибо. Ну, счастливо.